Конгломерат, вот это сплетение двух прекрасных стран, которому мир до сих пор платит деньги. От чего Владимир Владимирович сейчас хочет, ну, как бы избавиться от этого гнета, от этого экономического рабства, образуя БРИКС, ну и другие там содружества с государствами, отношениями с Индией, с Китаем выстраивая, там, с Бразилией, с другими, в общем. И другая денежная система должна быть. Что происходит? Естественно, Америке и Лондону не хочется терять свои лидирующие позиции. Они хотят быть, да, им все платят дань. С каждой транзакции, MasterCard, Visa, Electron или там Maestro, что у вас, неважно. Все сидят на картах. Карты эти принадлежат все Америке и Лондону. Мы все платим транзакции, какой-то процент, все. Это узаконенная, ну, дань. По большому счету. Если кто-то этого не знает, пожалуйста, разберитесь, почитайте, посмотрите фильмы в интернете, все в свободном доступе это есть, написано. Естественно, это не устраивает. Мы, как в России, получается, независимые. То есть мы, экономическая у нас система, она все привязана к доллару. То есть мы все зависим от доллара. Мы не хотим этого. Путин об этом и говорит. Мы потихонечку сейчас... сразу же сломать эту систему не удастся, но нужны переходный период, который сейчас и идет к тому, чтобы мы поменяли в корне поменяли нашу экономику и никому не платили дань, даже таким образом, казалось бы, правильным. Какой вопрос-то был? Я забыл.